Приветствую вас, друзья! На связи с вами вновь Сергей Куликов, он же моряк и сайт «Фокусы от моряка». В этом видео я хочу показать и научить вас одному очень классному фокусу. Этот фокус очень легкий, его сможет повторить абсолютно любой человек, от маленького ребенка, который только начал различать карты, до его родителей, которые, к примеру, хотят его удивить фокусами. Но прежде чем мы начнем демонстрацию и обучение, я хочу порекомендовать вам подписаться на канал Of Marius Magic. На этом канале вы найдете классные фокусы не только с картами, но и с монетами, замечательные флориши и много других прикольных обучалок, которые помогут вам продвинуться как фокуснику. Ссылка на этот канал будет находиться в описании к видео. Ну что ж, теперь давайте посмотрим сам наш фокус. Уважаемый зритель, возьмите, пожалуйста, колоду и подснимите ее столько раз, сколько вам захочется. Ну, к примеру, зритель у нас подснимает колоду вот так вот несколько раз. Теперь я возьму 1, 2, 3, 4, 5, 6 карт сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6 карт сюда. Уважаемый зритель, выберите любую карту из этих стопок, эту или эту. Ну, к примеру, зритель берет и открывает вот эту. Окей, теперь мы сделаем несколько магических пасов и разложим оставшиеся карты вот таким вот образом на стол. И что у нас остается? Остается у меня красная дама. Но это не все еще, друзья мои. Здесь у меня остаются два черных короля, здесь остаются две черных дамы, здесь остаются два красных валета, здесь остаются два черных валета. И здесь остаются два красных короля. Вот такой вот очень легкий, но прикольный карточный фокус, для которого не требуется большая колода карт. Ну что ж, друзья, теперь давайте перейдем и посмотрим обучение. Ну что ж, друзья, давайте научимся этому фокусу. Для этого фокуса вам необходимо взять из колоды 4 короля, 4 дамы, 4 валета. И разложить их в такой последовательности. То есть мы все время чередуем черный, красный, черный, красный. Либо красный, черный, красный, черный. Без разницы. Начинаем с королей. К примеру, я кладу король крести, король буби. Далее также дам кладу даму крести, даму буби. Далее также кладу валета крести, валета буби. Далее, к примеру, опять кладу король пик, король черви, дама пик, дама черви, валет пик, валет черви. Вот в такой последовательности вам необходимо разложить карты. То есть чередование черный-красный, черный-красный, черный-красный и опять черный-красный, черный-красный, черный-красный. Окей. Мы даем зрителю подснять эту нашу маленькую стопочку несколько раз. К примеру, он подснимает раз, два. Тасовать нельзя, можно только подснимать. Вот он, к примеру, подснял несколько раз. Вы берете после этого стопочку и отлистываете вот именно вот в такой последовательности 6 карт. Это нужно для того, чтобы сделать у шестерых вот этих карт, у шести карт, обратный порядок. То есть мы переводим 1, 2, 3, 4, 5, 6. И потом я говорю, 6 оставляю здесь. Но их я не отлистываю вниз, а их я пересчитываю просто так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Окей. 6, 6. Спросите зрителя, какую карту он больше хочет запомнить, эту или эту. К примеру, зритель берет эту. Скажите ему, что ее не надо прятать, он может ее сразу же перевернуть. Это король черви. После чего, вот эту стопку нам необходимо положить на ту, откуда была взята карта. Не наоборот ни в коем случае. Обязательно ту целую кладем на ту, из которой карту запомнили. После чего мы можем сделать несколько магических пасов, щелчок пальцами. И я начинаю забирать вот так вот карты. Вытаскиваю нижнюю, вытаскиваю верхнюю. Кладу сюда. Опять вытаскиваю нижнюю, вытаскиваю верхнюю. Кладу сюда. Опять нижнюю, верхнюю кладу сюда. Нижнюю, верхнюю кладу сюда. Нижнюю, верхнюю кладу сюда. Остается у меня одна карта. Ее я переворачиваю. Это красный король. Два красных короля встретились вместе. Но это еще не все, говорите вы. Щелчок пальцами и две черные дамы встретились вместе. Две красные дамы встретились вместе. Черные валеты, черные короли и красные валеты также встречаются вместе. Вот такой вот прикольный фокус, друзья мои.
Если он вам понравился, прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, ставьте комментарии, и тогда вы сможете участвовать в конкурсе и выиграть одну из прикольных колод карт. Ну что ж, на связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк, и до встречи в следующем видео. Пока!